Всем привет, ребят. Продолжаем наш трешечок. Подземочка 5.9, кошмарка. Такой вот у нас став. Он не менялся. Разбросик. Мегабочка. Танк. Королева змей. На урон собрано. Ангел на отхил. Тыковка, воодушевление берсы. И такой вот ледяха. Наверное, самая имбовая сборка для данного героя. Так, поехали. У нас сегодня кошмарка вот такая вот 5-9. В принципе, она не особо сложная. Тут то же самое, что и в предыдущих. Стартуем с бочки. Морозим. Обязательно морозим, потому что если включится разруха, мы сольемся на его отражалке. Плюс одну их. С одного хлопка может вынести полностью всех. Единственное, смотрю, сейчас у нас очень плохо ледяной сработал, но в принципе 48%. Чуть-чуть не хватило. Вот так вот. Чуть-чуть, чтобы пройти. Но думаю, сейчас без проблем должны затащить. Это тоже не особо сложная подземка. Единственное, получить хороший разгонный череп. Мы можем даже сейчас, наверное, из тыковки стартанем, чтобы получить максимальный разгончик. Так. Делаем так. Раз, два. Стартуем с тыквы. Усиление. Теперь кидаем заморозку даже попозже немного, чтобы там некоторые герои... Да, видите, все-таки тыковка у нас попала. Не то, не то, не то, не то. Однозначно не то. Отхила у нас тут маловато. Пробуем опять с бочки танчить. Блин, бочка настолько имбовый герой, то просто все пофиг. Так, разогнались, кидаем щит немножко попозже. Так, и что нам тыковка скажет? 29, 32, 37, 38, 40. Нет. Капитан Дрейк и Дед Мороз. Видите, что Дрейки делают? Это просто жесть. Надо еще оттягивать. Героя много, и ледяха не успевает всех замедлить. Всего лишь 26 целей на 12 у него. Ну, думаю, не проблема. Должны мы затащить эту подземку. Сейчас получим более-менее нормальный разгон, в принципе. Должны разогнаться. Так, разруха. Что, попробуем так затащить? Вроде затащили. Так, Дед Мороз. Красный нос, борода из ваты. Немножко не там я заморозил. Надо было Дрейка морозить. Так, 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 Дрейк приагрился на кого-то другого там. Видите, вот один хлопок Дрейка и все. И наши все герои просто слились, к сожалению. Так, пока был самый ближний результат, это 48%. Мы уже на финишной прямой. Юнитов мы не будем использовать. Так, давайте еще разок. Раз, два. Бочка пошла в ход. Усиление. В принципе, у меня тут должно хватать разбросов и всего, чтобы герои просто не били. Так, морозим Дрейка. Вроде удачно Дрейка заморозил, но не знаю, хватит, не хватит урона. Нет, 39% не хватило. Вот так вот. Пробуем получить разгон с тыковки, значит. Бочка бочкой. Попробуем сейчас на тыкве разогнаться. Да, как видите, вот они. Вот они уже подземки, на которых не так все просто. Так, тут самое главное вовремя кинуть щит. Вот мы получили разгончик. Тыковка у нас хорошо разогнала всех. И что мы имеем?
Есть? Да, есть. Смотрите, как жестко. Так, ну тыковка, давай еще на 3 звезды. Нет, тыковку уже слили, к сожалению. 58%. Как видите, я с тыковки стартовал сейчас, и в принципе разгона нам хватило. Тыковка у нас воодушевление. В принципе, воодушевление это не есть проблема на сегодня. Так, интересно, ничего не хотят сказать, что гарнизон сейчас может еще затащить. Если, конечно, драконы они сольют. Ну-ну-ну-ну-ну. Вот тут разбросик. Ну, смотрим. Может, еще и три звезды будет. Кто его знает. Так, ангел фараона убил. В принципе, варианты пройти есть. Ай. Обидно, 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 обидно. Так, отхил. Если ледяной, в принципе, смотрите. Они просто на месте стоят. Это просто жесть. Посмотрите, насколько он замедлил их всех. Нету станящих башен возле него. Так, ну что, нам хватит смерть, чтобы он убил? Ну, в принципе, ледяха смерть убьет. Вопрос, или хватит нам времени слить все постройки? Скорее всего, нет. Так, у нас еще смерть и дракон есть. Вот так вот, ребят, просто жесткий ледяной и реально очень кайфовый. Всегда у него, как видите, хватает. Так, остался тут у нас дракон. Бочка, нет, конечно, мы не пройдем на 3, к сожалению. Ну, круто, круто это смотрится, конечно. Обычные гарнизонные герои, посмотрите на героев там. А, капитан Дрейк еще там есть даже. Просто тащит. Друид не может добежать до бочки, бедный. Так, ну тут. Ангел даст отхил. Тут, конечно, чуть-чуть нам не хватает по урону, но это такое. Ну вот видите, все герои, в принципе, слили. Круто. И не надо там особого мимбовые какие-то герои прокачки. Вот пару героев прокачать с правильными талантиками. Можно трешивать даже гарнизоном. Ледяха однозначно крут. 74%. Вот так вот. Так. Отличный состав. Конечно, можно и Анубисом просто забежать. Вот такой же вариант. Есть у вас Анубис. Тот же самый вариант. Раз, два, стартуем с тыковки. Все на ускорялке. Ну, смотрите, насколько все проще. Или не очень проще. Ну, в принципе, вот. Все, Анубис. А, череп у нас остался. Ничего себе. Вот это жесть. На, вот тебе. Череп нас наказал, ребят. Ну, то есть с Анубисом, как видите, тут проблем нету. Просто надо героев переставлять по-другому. Так, хорошо, попробуем сейчас немножко с другой стороны еще забежать. Не, давайте сначала попробуем еще берсовой тыковкой. Очень интересно посмотреть, что будет все-таки с берсовым вариантом. Давайте там же. Тут однозначно придется опять же стыкву стартовать, чтобы получить по максимуму. Так, ну все, тыкву слили. Берс, конечно, не ахти. Ладно, будем стартовать сейчас еще разок с бочки. Что делать? Ну, можно Купидона поставить. Я же без Купидона прохожу для заряда. Попробуем с мега имбы начать.
Даже вот так вот сделаем. Заморозим всех. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Передержал немножко. И поплатился. Бочка, конечно, хороша, но тоже есть предел. Так, раз, два, стартуем с бочки. Ну, для Берсовой однозначно нужен Купидон, потому что без Купидона разгон, как видите, вообще не тот. Не хватает нам разгона, не успеваем даже бить черепа, как видите. Конечно, мы его там ушатаем сейчас, но героя вот замедлили некоторых, но опять же, не всех, к сожалению. То есть такой вариант тоже возможен вполне. Вот смотрите, может и затащим на 2 звезды, по идее. Да, 38-40, ничего себе. Самое главное с Дрейком разобраться и с тыквой. Если мы сейчас с ними не разберемся... Ой, тыковка нам подосрала, конечно. Ледяху слила, все. О, как видите, ледяха просто тащит. 43% всего. Аж тыкву не добили. В общем, ребят, вот такой вот состав. Опять же тащит. Следующая подземочка у нас 5-10. Последняя с этой серии. Надеюсь, мы ее тоже удачно затащим таким же составом. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки. Всем удачи, всем пока.